Приветствую всех! Вы смотрите канал «Апрель», с вами Юлия Кулешова. И сегодня я хотела бы для начала рассказать историю из детства, внезапно, да, так вспомнилось мне на волне происходящих событий. В общем, дело было так, в летнем лагере у нас стали пропадать деньги, вкусности всякие. Не буду рассказывать, как мы вычислили воровку, факт в том, что вычислили. Обнаружили украденные вещи, деньги даже у нее в сумке. Возмутились, заявили ей: ты воровка. А она так спокойно: да, и чё? А мы такие: оп, и ничего. Развозмущались, конечно, раскричались, тут пришла вожатая, спросила, в чем дело. А мы: она воровка. А вожатая так: ну и чё? Потише, вы мне спать мешаете. И сейчас вот почти как в детстве ощущается. Это было небольшое лирическое отступление или введение, а теперь к выпуску. Кто конкретно пытается уничтожить-захватить сеть гастрономов-спекулянт? Этим вопросом общественность задается уже почти месяц, ведь о рейдерстве учредители компании говорят с первых дней незаконного блокирования работы торговой сети. Даже сделали открытое обращение на имя Садыра Джапарова и публично просили его защитить компанию. Но президент пока не обращает внимания на разгром иностранных инвесторов. Ничего не вижу, ничего не слышу. Кошмарит спекулянт высокопоставленные чиновники? Учредители компании решились назвать фамилию, по крайней мере, одного из них. Речь о руководителе аппарата правительства Джинишбеке Асанкулове. Именно он, по мнению собственников спекулянта, стоит за беспределом в отношении торговой сети. Все подробности в следующем репортаже. Мен Асанкулов Джинишбек Асанкулович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого. В кадре Джинишбек Асангулов, недавно назначенный руководитель аппарата правительства, чиновник на Олимпе без году неделя, но он уже успел не только почувствовать вкус власти, но и наворотить дел. По информации инвесторов, создавших сеть гастрономов-спекулянт, именно этот человек имеет отношение к развернувшейся кампании по разгрому их бизнеса. Тринадцатого января на склады и в офис торговой сети «Спекулянт» ворвались сотрудники ГКНБ, военной прокуратуры и других силовых структур. Вели они себя максимально агрессивно, перевернули товары вверх дном, изъяли печати и финансовую документацию, контракты, системные блоки, бухгалтерию, даже некоторые личные вещи. На просьбы предъявить удостоверение сотрудники правоохранительных органов отвечали грубостью. Вы же не бандит, успокойтесь, вы же наоборот. Вы же полгода распутираете. Ты мешаешь нам? Я постою здесь. Не будешь стоять, да? Я точно. Работа торговой сети с тех пор заблокирована. Магазины закрыты и опечатаны. Склады с товарами тоже. Работники под следствием. Заблокированы банковские счета. Компания терпит колоссальные убытки. Сотрудники не получили зарплаты. Государство теряет миллионы сумм налоговых выплат. В деле этом очень много странностей. Зачем силовики вынудили спекулянт закрыться? С какой стати дело о якобы просроченной продукции расследуют ГКМБ и военная прокуратура? Непонятно, при чем тут чекисты и военные прокуроры? Для чего понадобилось сажать в тюрьму бухгалтеров и объявлять в розыск инвесторов? Словом, с самого начала было ясно, рейдерский захват торговой сети явно заказал кто-то из высокопоставленных. И догадки эти начинают подтверждаться. Проблемы у сети «Спекулянт» начали сразу же после того, как Джинишбек Асангулов начал уверенно подниматься по карьерной лестнице. «Спекулянт» у главного аппаратчика правительства, как оказалось, личные счеты. Владельцы торговой сети сообщили, что Джинишбек Асангулов воюет с ними больше полугода. Конфликт разгорелся из-за близкого родственника чиновника. Теперь обо всем по порядку.
Летом прошлого года на складах спекулянта и его партнера ОСО НТК выявили крупную недостачу. Исчез товар на сумму около 1 000 000 сомов. Руководство торговой сети начало собственное расследование. Оказалось, что товар воровали и делали это недобросовестные сотрудники торговой сети. Первым раскололся Алексей, который отвечал за один из складов. Мы просчитали инвентаризацию, и я говорю: «Лёш, а что будем делать? Такая большая сумма не идет. Ты же понимаешь, в чем дело?» Я говорю: «Что мне делать сейчас? Кого вызывать? Милицию вызывать?» Я была в растерянности. Он говорит: «Пожалуйста, не вызывайте милицию, я хочу все рассказать. Я не один был, это не моя недостача, это кража». Алексей откровенно во всем признался, что за товар воровали, кто помогал выносить, кто продавал. Шагноза Якубджанова записала видеопризнание злоумышленника. «Сколько приблизительно вывезли? Я же по-любому сейчас досчитаю все. Только Молис и Профессионал? Или еще Творожка была?» «Только Профессионал». «Только Профессионал. Творожка?» «На Фрунзе 19-й, там на Беловежской». «Почему же?» «Только Профессионал. А Молис?» «А Творожка? Русское море? Только Профессионал? С какого месяца?» «С апреля». Злоумышленник даже собственноручно подписал чистосердечное признание. Протокол инвентаризации, согласно которому воровство из складов было доказано уже документально. «Лёш, ты хоть жалеешь, что сделал?» «Да». «Какой Саша?» «Цыганков». «Ворованный товар вывозил Саша Цыганков. Правильно?» «Да». «Кто участвовал?» «Александр подошел, говорит, не море, море вытащит его и все». «Ага». «Я вытащил». «Ага». «Он накладные, говорит, я ему накладные что?» «Он говорит, потом закину». «Ага». «Потом это хочешь сделаем накладную, хочешь не сделаем». «Я говорю, как не сделаем?» «Ну, деньги достал». «Вот так». «Говорю, ну а как по базе?» «Говорит, все, не беспокойся, все, будем». «Все. Я пробиваю базу, остатки есть нормальные». «О чем ты?» «Как чего?» «Ну, остатки человек, нормальные». «Вы не понимаете, что участвуете в преступлении?» «Ну да, конечно, это нет. Воровство, я понимаю. Но я как-то начальник, чем мне с ним?» Руководители сети «Спекулянт» вскоре вышли на других расхитителей. В кадре Александр, начальник Алексея. Он, в свою очередь, сдал уже остальных членов шайки. Схема была такая: кто-то выносил товар, а кто-то фальсифицировал базу данных. «Это можно доказать, с какого компьютера это было сделано?» «С компьютера не докажешь». «Почему не докажешь?» «Потому что...» «Давай заявление подавай, и тебе сайт, через сайт, через интернет найду, с какого именно компьютера это было сделано». «Это с домашнего компьютера, не я же сделал». «Значит, ты ему звонил, он это делал?» «Я ему не звонил, ничего». «А как это проходило?» «Здесь просто происходило, вот эти 15 коробок». «Нет, как происходило? Вот, например, ты позвонил, ему дали заказ, ты забрал. А как Ниясов исправлял это по базе?» «Откуда он знал количество?» «Кто ему давал?» «Количество Леша ему скидывал». «Леша ему конкретного скидывал?» «Конкретного какого ассортимента, в каком объеме?» Значит, некий Нияз скорректировал базу. В спекулянте мужчина возглавлял операционный отдел. Он тоже сознался под натиском доказательств. «Имбирь, бор?» «Нет». «Да он сам скажет, говори, море, еще что?» «Печенье». «Угу». «Масло». «Да, масло». «Море, еще что?» «Печенье». «Говори». «Печенье». Руководители сети магазинов сначала пытались решить вопрос полюбовно, без милиции. Воры клятвенно обязались возместить ущерб. «Ладно, говори позиции. Нори, еще что?» «Сейчас». «Нет, нет. Ну как, пожалуйста, говори, не надо. Говори. Хочешь, говори. Я могу нет, сейчас не я позвонить. 102. Правильно? 102? Да. И не буду снимать. Они пусть будут с тобой разговаривать. Либо давай сейчас вот это решим здесь, убьем. Ты понимаешь же, в чем дело?» «Только, пожалуйста, скажи». «Скажу, скажу».
Нияз Шабданов, который на видеозаписи юлит и молит прекратить съемку, оказался родным братом действующего руководителя аппарата правительства Джинишбека Асанкулова. Член Кабмина, как выясняется, в прошлом году несколько раз лично приходил к руководителям спекулянта и требовал забрать заявление из милиции и даже угрожал. Сначала они были в масках, потом маски сняли. И он мне говорит: ты знаешь, сколько у нас родственников? Вот ты же знаешь, сколько у нас родственников. И тем более ты знаешь, где я работаю. Я говорю: где вы работаете? Он не ответил, но до этого мне сам Нияз Асанкулович говорил: мой брат работает в аппарате президента. Второй брат у меня работает где-то в посольстве с Узбекистаном, что ли. Третий, что-то сестра там-то, там-то. Я никогда, ну, на этом не акцентировала внимание. Его брат приехал, я сразу поняла, что что-то тут не то. Он мне говорит: либо вы забираете заявление, либо вам будет больно. Вернемся к событиям лета прошлого года, когда стало ясно, что злоумышленники не собираются возмещать ущерб, спекулянты приняли решение вызвать милицию. Дело возбудили по статье «Кража в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Осужденных по такой статье отправляют за решетку на 7,5 лет, но под стражу расхитителей почему-то не взяли. Они до сих пор гуляют на свободе. Бизнесмены уверены, это дело рук членов клана Асангуловых. Именно они надавили на следствие. Помимо брата угрожал его отец, показывал корочку, что он раньше работал в МВД. В прошлом году, когда это все случилось, Джинишбек Асанкулов работал там же, в аппарате правительства. Возглавлял отдел контроля исполнения решений в ранге замруководителя. Особых рычагов влияния на силовые структуры у него тогда не было. Все изменилось после октябрьских событий. Наступило время реванша. Силовые структуры атаковали спекулянт сразу после возвышения Джинишбека Асанкулова. По информации руководителей торговой сети, сделано это на основании заявления тех самых сотрудников компании, которых прошлым летом уличили в воровстве. Из обвиняемых они превратились в заявителей, а брат руководителя аппарата правительства Нияз Шабданов и вовсе в негласного куратора правоохранителей. Пятерка на нас и написала заявление, на которых сейчас уголовное дело. Неужели вы думаете, что, если сопоставить, что на них заведено уголовное дело, и тут к нам залетают, закрывают склады, пересчитывают, забирают печати, это потому что 5 уголовников написали заявление? После этого мы понимаем, что видим, что его брат сейчас добрался до власти, и он чисто делает, ну, по моему мнению, предположению, я не могу заверять, но это лично наше мнение, да, мы так предполагаем. Почему еще предполагаем? Потому что на допросе они постоянно звонят и говорят: Нияз, 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 это слушают все сотрудники. Понимаете, что они напрямую туда звонят и советуются, а как с этим поступить, а как с этим поступить? Силовые структуры оказывают давление на сотрудников спекулянта, требуют оговорить руководство. В противном случае угрожают посадить. Начали по одному вызывать наших сотрудников, заставляют расписываться во всех документах, которые они предоставляют, и под угрозой того, что либо вы, ребят, расписываетесь, либо вы из свидетеля превращаетесь в подозреваемого. Это вот дословно. 8 человек проводит допрос одновременно без присутствия адвоката, и постоянные угрозы, постоянные давления и психологическое, и повышение тона. Их куда-то вызвали, всех этих следователей, и сказали: если вы не найдете эти какие-либо улики, хотя бы что-то, а у них получается, они сейчас не могут доказать ввоз просрочки, потому что это нереально, потому что этого не было, значит, разрушается миф о коррупции, которую они заявили уже 13-го. Они же уже сказали, а теперь, получается, нужно за слова отвечать. А ответить они не могут. Поэтому они взяли любого, кого было не жалко, с налоговой, и сейчас пытаются что-то к нам прилепить. Заходят, выходят, замки ломают, закрывают, открывают, коробками что-то выносят. Без представителя. Ну как вы думаете, люди, которые работают по закону, могут себе это позволить, не боясь? Конечно, нет. Значит, кто-то им покровительствует. В моем случае, я считаю, что это
именно один человек вот с органов власти. Я его обозначила. После того, как поднялся шум вокруг спекулянта, следователи почему-то снова пришли с обыском на склады компании и принесли с собой какие-то пакеты и коробки. Что происходило дальше, непонятно. Камеры видеонаблюдения правоохранители чем-то накрыли. Шагноза Якубжанова уверена, следствие фальсифицирует доказательства. Теперь смотрите, что я требовалось доказать. Тот большой ящик, который он с собой принес, пакет, который был у одного из рук в руках, они уносят с собой. Время 12:55. На крыльце появилась какая-то продукция. Непонятная. Это хотя в ее... В офисе ее нет. В офисе нет. Почему-то... Не должно быть. В общем, творится беспредел. А вон там, посмотрите, на дальнем фоне, они закрывают склад. Это просто жесть какая-то. Вот вам и закон. Вчера мы дали огласки... Вчера они не смогли объясниться, а сегодня посмотрите, какие делают подставы. Посмотрите, что-то он себе в карманы сует. Как так можно на территории... Посмотрите. На территории нет ни владельцев, нет ни сотрудников. Это просто какой-то беспредел. Представители спекулянта очень надеются на то, что вновь избранный глава государства обратит свое внимание на ситуацию вокруг торговой сети и урезонит распоясавшихся чиновников из своего окружения. Ведь Садыр Джапаров на церемонии присяги членов правительства поставил перед ними вполне конкретную задачу. Арбир министр реформа жүргүзүүдө бир топтун же жеке кызыкчылыгын сазына батып кетпестен мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашырарыңарды суранамын. Накажет ли Садыр Нуркоджоевич руководителя аппарата правительства Джинишбека Асангулова и силовиков? Речь, как известно, идет не только об остановке деятельности крупной компании. Действия взорвавшегося чиновника привели к тому, что бюджет недополучает миллионы сомов в виде налогов. Десятки людей остались без работы. А еще беспредел силовиков и правительственных чиновников в отношении бизнеса негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. Посольство России уже дало понять, что внимательно отслеживает, как разворачиваются события вокруг торговой сети «Спекулянт». Под стражей в СИЗО сейчас удерживают сотрудника «Спекулянта» Рамазана Машанло, как считает его адвокат, совершенно безосновательно. Ведь в компании он занимался исключительно продажами, а работой с клиентами. То есть закупкам, учету и хранению товара он не имел никакого отношения. На каком основании его посадили в СИЗО – непонятно. Собственники компании предполагают, что у него выбивают нужные для следствия показания. У Машанло четверо детей, младшему 1.5 года. Никуда работник сбегать не собирался. Тогда почему выбрали такую строгую меру пресечения? Почему не домашний арест? Ну и еще немного про наши самые справедливые и объективные, беспристрастные суды. Как, значит, по одним делам, так рабочий день закончен, приходите завтра. А потом, оп, и рассмотрели в оперативном порядке, быстро управились. А по другим можно и до самой ночи заседать. Так вот, вчера сторонники экс-муфтия Максабека Токтомушева дежурили у здания Первомайского районного суда в ожидании решения об избрании меры пресечения. В итоге бдения не прошли даром. Суд отпустил экс-муфтия под домашний арест, а бухгалтера муфтията оставил под стражей в СИЗО ГКНБ на 2 месяца. Обоих подозревают в финансовых махинациях и попытке дать взятку 100 тысяч долларов для того, чтобы эти финансовые махинации замять. Получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата Аджи Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа. Прокомментировал скандал в муфтияте Садыр Джапаров, сказал, что религиозные деятели давно поделены на 2 фронта и ведут войну между собой. Перед выборами к нему подходил Максат Токтомушев и жаловался на то, что совет улемов и некие люди в правительстве хотят снять его с должности раньше срока. И Джапаров, по словам самого Джапарова, тогда позвонил в Кабмин и попросил, чтобы государство не вмешивалось в дела муфтията. А потом опять поступило сообщение о назревающем скандале. И Джапаров уже попросил советника премьер-министра поговорить с Токтомушевым. А тот не поговорил,
а направил вместо себя другого человека, Акина Токталиева, бывшего адвоката самого Садыра Джапарова. А тот пошел и сказал ему уйти. А Джапаров позвонил Токтамышеву и предложил недовольным сторонам помощь своих бухгалтеров для финансовой проверки. Что-то, какие-то сплошные хождения и звонки друг к другу. Я не пойму, то у нас религия отделена от государства, то не отделена. И такое ощущение, будто они там сами не определились. Для чындыгында баякта бо жетишпегендиктер бар экен. Баякы 16 миллиондон. Проверка выявила недосдачу. Выяснилось, что из 16 миллионов они взяли 7 миллионов 700 тысяч, перевели их в сомы и положили в банк под проценты для получения прибыли. За это время доллар вырос на 15 сомов, и они потерпели убыток в размере 685 тысяч 479 долларов. 155 тысяч долларов в августе прошлого года передали одной фирме, а та отдала их одной из партий на выборы. Это ведь деньги людей для хаджа, их не должны были использовать. Эти деньги на сегодня не возвратились. Людям, которые не смогли поехать на хадж, вернули лишь часть денег. А при чем тут ГКНБ? Почему не тот же Финпол? Это же вроде сфера его компетенции заниматься всякими финансовыми нарушениями. И он же пока вроде не упразднен. Вроде бы. И ранее ГКНБ отказывался вмешиваться в дело муфтията, заявил активист Кельдибек Аскаралиев. 22 октября прошлого года я обратился в ГКНБ проверить ДУМК на финансовые нарушения. У меня была информация, что деньги муфтията использовались партией Беремдик на выборах, но тогда ГКНБ направил мое заявление в ГСБЭП, а их ответ потом переслал мне. В нем говорилось, что все финансовые дела духовенства контролируются ревизионной комиссией муфтията. Эта комиссия проверяет финансовую деятельность и готовит отчет по этим средствам. ДУМК проверяет фискальный комитет Совета улемов Кыргызстана. В ГСБЭП сказали, что могут проверить ДУМК на нарушения лишь по заявлению самих пострадавших. А так как пострадавших по этому делу не было, госорганы вмешиваться не будут. А теперь вдруг Госкомитет национальной безопасности сам взялся. Интересно. И чем дальше, тем интереснее. Само муфтияти заверяет, что не было ни одного случая, когда человек не мог бы вернуть свои деньги, что данные всех паломников находятся на сервере муфтията, и что по сей день продолжают обращаться люди и забирать деньги. Ну и еще немного про ГКНБ. Опровергает заявление адвоката криминального авторитета Дженго о том, что ее подзащитный был избит при задержании вплоть до травмы позвоночника. А вот как его задерживали. ГКНБ заявляет, что Дженго не мог пострадать, поскольку применять силу в его отношении не было необходимости. Пришел сам. А зачем тогда вот так скручивать, если он сам пришел? Чисто для зрелищности? Как сообщил адвокат, его убедили в том, что если он придет сам, то позже его отпустят после устроенного маски-шоу для народа. Ну, правильно, прецеденты-то были, что могло пойти не так? Обвиняют Дженго, кстати, в незаконном захвате земельного участка для постройки дома. В партии социал-демократы сменилось руководство. Произошло это сегодня на 4-м съезде политической партии. Сеид Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева, сложил в себя полномочия лидера партии. И сегодня же новым лидером социал-демократов избрали Тимерлана Султанбекова. Партия «Социал-демократы» пришла на смену партии СДПК после того, как та была рейдерски захвачена, а после до основания разгромлена усилиями клана Джейнбековых. Нынешний съезд, уже 4-й по счету, обернулся довольно неожиданными итогами. Лидер партии Сеид Атамбаев сложил с себя полномочия и предложил на пост председателя кандидатуру своего зама. Наша партия всегда придерживалась позиции справедливости.
И социал-демократы должны дать пример обществу о необходимости дать дорогу молодым профессионалам. Я решил сложить свои полномочия лидера партии социал-демократы и дать возможность проявить себя нашему партийцу, который зарекомендовал себя как истинный лидер. Я хочу предложить Темирлана Султанбекова на должность председателя партии социал-демократы. Алмазбек Атамбаев также направил свое письмо делегатам съезда и попросил поддержать Темирлана Султанбекова. Обращение экс-президента зачитал его адвокат Замир Джиошев. Сам Алмазбек Атамбаев по-прежнему находится в колонии. Темирлан обладает очень живым и ярким умом. Он бесстрашен и эрудирован. Он никогда не сдается и не пасует перед трудностями. Он убежденный социал-демократ. За такими, как Темирлан, будущее нашей страны. Конечно, все партийцы, и молодые, и ветераны, должны помогать своему молодому и харизматичному лидеру в его смелых начинаниях и предостерегать от ошибок. Темирлан Султанбеков также выступил на съезде и назвал ближайшие задачи партии. В первую очередь это участие в выборах, как местных, так и парламентских. Также политик озвучил позицию по отношению к новой власти. И президент Садыр Чапаров должен помнить, что я уверен, он хочет их всех раздавить, всех коррупционеров, но он думает, что мы враги. Мы можем помочь их всех раздавить. И это публично говорю. Не надо думать, что мы враги. Мы не опасны. Мы это говорим публично. Мы те, с кем он вместе может стать национальным героем. Больше вариантов у него нет. Его окружают те, я так скажу, которые называют Раима Укам. По итогам съезда делегаты проголосовали за избрание нового лидера. Темирлан Султанбеков – один из самых молодых и прогрессивных политиков Кыргызстана. Свою принципиальность, эрудицию и волевой характер он продемонстрировал во время койташских событий и на теледебатах осенью прошлого года. Ну и такая новость. В мэрии думают, открывать или не открывать школы 1 марта. Что-то вообще, да, не новость. Давно же вроде думают. Ну, в общем, сегодня вице-мэр Айжан Чыныбаева провела родительское собрание, на котором выслушала все доводы. Родители заявили, что дистанционка – это зло. У детей ухудшились зрение, знания. Вице-мэр заявила, что все понимает, но кто будет нести ответственность в случае чего? Детская больница переполнена, другая больница тоже на сегодняшний день переполнена. Сейчас на данном месте есть и кишечные инфекции. Просто ваших детей будет ложить некуда. Дистанта своему ребенку вообще запрещала. Он максимум полчаса в день играл в игрушку, все. Теперь я была вынуждена его заставить. И если он не садился, не занимался, я на него, значит, ругалась. Я говорила, ну-ка садись, ну-ка делай. Это что такое? Почему так все перевернулось? И теперь он, у него действительно, он говорит, я уже не могу видеть телефон, я не могу слышать эти звонки про то, что там пикают новые сообщения. Это же тоже очень вредно на самом деле. И этот вред реален, а ковид гипотетический. Понимаете? И за это кто будет нести ответственность? Государство, школы, потому что нас принудили, у нас не было права выбора. На данном этапе я считаю, что идет, пусть это будет в добром смысле сказано, дискриминация в плане образования наших детей. То есть сейчас все равно наши дети не получают полноценно такое образование, которое бы они получили в школе. У нас последние годы не строили школы, да, действительно. Последние годы не строились муниципальные детские сады. Это факт. Ну что теперь делать? Ладно, частные садики, многие открывают продленки. И мы, родители, вот честно я вам скажу, с октября месяца, первый класс, мы все ходили, 42 человека, в продленку. То есть мы оплачивали, и наш преподаватель бесплатно, мы ее просто просили, честное слово, она преподавала. То есть если бы дети наши не ходили, мы бы в этом году пошли в первый класс заново. 200 тысяч детей идет, выражая своих братьев и сестер, почти 600 тысяч. За 600 тысяч
заболеет 10% в тяжелой форме. У нас в больницах есть места? Нет. Вы завтра придете и будете говорить всю комиссию на кол. Мы Белый дом будете трясти, родители, которые потеряют ребенка, будут обвинять всех, и вас в том числе. Кто понесет ответственность? Пока открывать не рекомендуется. Год сидели, 3 месяца, наверное, можно и потерпеть, заявила специалист департамента санбитнадзора Мария Исенкулова. А вы как думаете, открывать или не открывать школы? Пишите ваше мнение в комменты, подписывайтесь на наш телеграм-канал Апрель ТВ, все новости там. А еще мы теперь и в ТикТоке. Жуть какая. Всем добра, пока.